Председатель КНР Си Цзиньпин провел инспекцию городских округов Диньхуа и Шаусин в провинции Чжэцзян. В Диньхуа китайский лидер посетил деревню Лидзу, где годовой доход на душу населения достиг высокой отметки – $7250. В беседе с жителями он выразил надежду на дальнейшие успехи сельского возрождения в национальном масштабе. Затем председатель КНР посетил центр международной торговли, расположенный в уездном городе Иу, называемый мировым супермаркетом, где лично смог увидеть, как формируются грузовые поезда, которые курсируют между Китаем и Европой. Лидер КНР напомнил руководству центра о необходимости расширять географию поставок и обеспечивать бесперебойность приема товаров. В городском округе Шаусин председатель КНР осмотрел парк культуры Великого Китайского канала. В 2014 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Си Цзиньпин подчеркнул, что Великий Китайский канал – самый длинный искусственный канал в мире, а культура, связанная с ним, является важной частью традиционной китайской культуры, которую необходимо сохранять.